вашей игрушки здесь нет! Где она? Где она? Я уже весь садик обыскал! Я уже на кухне был! Я уже в каждый горшочек, под каждую какашечку заглянул! Нет его! Нет ее! Где она? Я объясняла, ваш Леша поменялся своей игрушкой с другим мальчиком! Дети часто так делают! Каким мальчиком? Где этот мальчик? Успокойтесь, я позвонила его отцу, сейчас он приедет. Первый раз вижу, чтобы из-за игрушки так переживали. Вот, вот и он. Здравствуйте. Здорово. А, вот она, вот, да сюда, алкаш. Родненькая. Он целый год игрушку не трогал, я туда решил заначку спрятать. Ну и фантазия у вас. Хера себе. Надо будет сказать малому, чтоб чаще игрушками менялся. А лучше не, его в платную группу переведу. Пусть там меняется.